День Великой Победы – значимая дата, к празднованию которой традиционно присоединяются нотариусы Брестской областной нотариальной палаты. На акции по бесплатному консультированию, приуроченной к 9 мая, ждали всех желающих, ведь праздник важен для каждого, независимо от профессии, пола и возраста. Поскольку 9 мая – это великий праздник для всего нашего народа, конечно же, нотариусы не могли остаться в стороне от чествования ветеранов, проведения различных мероприятий, в том числе благотворительных. Акций. У нас нотариусы всей страны сегодня консультируют бесплатно всех граждан по всем вопросам, касающимся нотариальной деятельности. Прийти может абсолютно любой гражданин, записываются, как правило, начинают записываться за несколько дней, в течение дня по-разному бывает, 20 и 30 человек бывает, но это очень всегда востребовано. Кроме этого, мы проводим постоянно прямые телефонные линии, стараемся ответить на интересующие граждан вопросы. А в Бресте по адресу Мицкевича 3 посетители могли задать свои вопросы сразу нескольким специалистам. Такой подход позволяет рассмотреть каждую ситуацию с разных сторон и найти оптимальные пути ее решения. В акции традиционно приняли участие представители Главного управления юстиции, нотариата, адвокаты, работники ЗАГСа, Фонда социальной защиты и органов принудительного исполнения. Я, конечно, очень довольна. Мне подсказал знакомый, просто знакомый, что есть такая акция, он юрист сам. Сходи, пожалуйста, подходите, посмотрите, как вам, что вам подскажут. Мне объяснят, что к чему, более спокойно, не спеша. Так что очень благодарна за то, что есть такие акции, и за то, что вы помогаете, то есть юристы все помогают людям, потому что очень многих накапливаются вопросы. Я занимаюсь в институте третьего возраста, и нам присылают всегда на Вайбер все сообщения, которые есть. И вот когда узнала, что есть такая акция, пришла. Хочу проконсультироваться, тем более, что бесплатно. Для пенсионеров, я думаю, это тоже очень важно. Чаще всего граждане обращаются с вопросами в сфере имущественных отношений по оформлению наследства, дарения и раздела недвижимости. Стоит отметить, что подобные акции проводятся на протяжении всего года и приурочены к различным государственным праздникам и значимым датам. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.